suit, dogs say quack, and fish go blub, and the seal goes ow, 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 but there's one sound that no one knows. What does the fox say? Всем привет, с вами Аурум. И, ну как, ребят, как вам музыкальная пауза? Заинтриговал, я надеюсь, да? И есть какие-то вообще предположения, что это может быть? Каким образом наших прекраснейших ангелочков занесло, ну, вне карты, вне доступа они сейчас находятся? Каким образом они здесь, милые такие создания, оказались? Ну, я не буду долго тянуть кота за яйца. Наверное, начну этот ролик с того, что хочу поблагодарить начинающего ютубера Максимуса, у которого я, собственно, и повзаимствовал с его же разрешения эту идею, вообще эту тему, потому что тема на самом деле жирная. У него есть, в принципе, аналогичный ролик, в котором, правда, у него за неделю буквально там косарь просмотров, но подобный, я не знаю, лайфхак, баг, называйте как хотите, ну, достоин реально, чтобы его посмотрело как можно больше зрителей. Поэтому ссылочка Максимуса находится у меня в описании, ну, а мы, собственно, продолжим. Итак, как вы все знаете, ну, по идее, это невозможно. Как они здесь оказались, да? Ну, скажу вам сразу, разгадка очень проста. Давайте просто посмотрим этот реплейчик с самого начала. Но все дело еще в том, что никакой пользы, по сути, этот баг не принесет никому. Но это реально прикольно, это забавно. Вы видели, насколько это все круто. И да, вот она. Все элементарно. Мы просто находим базу с феном, который находится за нашим забором, где-нибудь в углу карт, и он начинает спихивать наших ангелочков вне зоны. Почему я говорю вне зоны? Потому что по логике, если подумать, то, ну, вот все знают нашу красную линию, да? Вот здесь где-то идет красная линия, когда мы выбрасываем войска. И все, естественно, понимают, что есть еще одна, как бы, линия, за которую мы не можем выбросить свои войска. То есть хилок мы тоже не можем выбросить, ну, вот здесь, где они сейчас находятся. И я всегда думал, что ну нельзя, ну никаким образом просто нельзя их засунуть над деревьями. Или, в принципе, то же самое можно сделать над водой. Кстати, не подумал это сделать почему-то. Нужно будет поискать карту и втихаря себе попробовать. Вот, но... Ну, смысл, в общем, короче, тоже. Это просто текстуры, декорации, сами понимаете, да? Поэтому ничего особенного, в принципе, в этом нет. Но по логике вещей они не должны здесь находиться. Но когда я разговаривал со своим знакомым, он мне просто сказал, что одну простую вещь. Хилки летают над зданиями, то есть мы же не можем выбросить хилку на какое-нибудь здание, да? У нас будет красная зона. Но, по сути, они же летают над всеми зданиями. Они могут пролететь над ратушей, хотя она как бы самое большое здание. Вот. Именно поэтому, почему бы и нет, почему бы не разрешить им летать при определенных условиях над этим лесом. Но еще до того, как, ну, как, в общем, когда придумали фен, да, до этого момента, пока фен ввели в игру, конечно же, такое, по идее, было невозможно. Хотя, да нет, ну, в принципе, я не знаю, как еще сделать так, чтобы они сюда залетели, если вот нету фена, без фена, я не знаю. Если вы знаете, пишите в комментах, но я на данный момент не знаю, как это сделать без фена. Но вот таким вот образом можно поприкалываться. Если бы я сделал сейчас скрин, что, в принципе, вот только что сейчас и сделал, да, вот сейчас сделаю раз... Есть скрин. А не знаю, заметили вы это или нет, но смысл в том, что если я кому-то это отправлю, все скажут, а, блин, фотошоп или еще какая-то хрень. Но нет, все реально. И вот вы видели, экран затрясся, это значит, что я где-то выбросил варваров и хотел посмотреть, как же на это отреагируют хилки. Да, они без проблем, видим, они без проблем летят, но фен, опять же, их достает каким-то образом. Наша дуйка дует. Ну, и на этом, я думаю, стоит заканчивать это видео. В принципе, темка интересная. Никакой пользы, конечно же, она нам не принесет. Ну, или, не знаю, можно как-то спрятать этих хилок. Но
Честно, не знаю. Но опять же, очень маленький процент людей ставит фены вне базы, да, то есть не в центре, а где-то сбоку вот таким вот образом. Я на самом деле, мне пришлось в моей мастер-лиге искать, ну, я потратил минут 10 на поиск именно этого фена. Может, мне не везло, но я даже думал опуститься ниже, чтобы такое событие найти. Ну, в общем, как-то так. С вами был Аурум. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. What does the fuck say? Hi-hi-hi-hi-hi.